Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск «День за днем», с вами Виталий Волков. О событии в городе и регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Еженедельное плановое совещание. Эти работы сейчас ближе к подготовке к осенне-зимнему периоду. Профилактическая операция сотрудников ГИБДД. В настоящее время на территории Смоленской области, также и в частности в городе Десногорск, проводится операция «Встречная полоса». На Смоленщине завершилась учебно-тренировочная вахта памяти. Благодарность большая ребятам, которые занимаются тем, что они ищут, они не останавливаются, они много времени проводят в архивах. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленске обсудили реализацию госпрограмм и нацпроектов. О ходе работы нескольких проектов на территории Смоленщины Алексею Островскому рассказал его заместитель Юрий Пучков. С 2020 года в Смоленской области планируется создать комплексную систему обращения с твердокоммунальными отходами и условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов. Сейчас Минприроды России регионам направлена заявка о предоставлении субсидий из федерального бюджета для развития сферы обращения с отходами. В рамках рекпроекта «Чистая страна» в Смоленской области продолжается демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха, расположенного в поселке Голынки Руднянского района. На совещании Юрий Пучков рассказал, что реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни 20 тысяч человек, а общая площадь восстановленных территорий, которые были подвержены негативному для окружающей среды воздействию, составит более 1500 гектаров. Также в рамках проекта «Сохранение лесов» в регионе проводятся работы по искусственному лесовосстановлению. Программа предусматривает оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для восстановления зеленой зоны области. А благодаря проекту «Чистая вода» будет расчищен участок русла реки Вязьма протяженностью не менее 4 километров. Работы запланированы на 2022 год. Во вторник в администрации Десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города. Подробности далее. Провел совещание заместитель главы города Александр Новиков. Он представил нового председателя комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Им стал Иван Блиновских. Система жизнеобеспечения города работает стабильно. В 7-м и 8-м микрорайоне, а также в деревне Сосновка, есть временные ограничения по водоснабжению. 20 августа стартовал первый этап конкурса «Миллион Росатома». Проект предлагает жителям Десногорска определить одну из предложенных социальных сфер, куда, по их мнению, целесообразно направить 1 миллион рублей. На сайте администрации проводится онлайн-голосование. 30 августа с 10 до 10.30 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Население города просит сохранять спокойствие. Комитет по культуре анонсировал новые мероприятия. 1 сентября на стадионе «Атомтранс» состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». Площадка будет открыта с 10.30 до 18.00. Также 2 сентября всех гостей и жителей города мы приглашаем на городскую летнюю эстраду с 12 до 14.00. Мы шагаем дружно в школу. Развлекательная программа для детей. В преддверии начала учебного года в городе планируются тематические события. 30 августа в 11.00 в ЦК ИИП состоится традиционная городская педагогическая конференция. А 2 сентября в школах города пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В первой школе начало в 10.00, во второй в 9.30, в третьей школе начало в 10 часов и в четвертой школе в 10.30. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоленские центры социального обслуживания населения получили новые автомобили. В торжественной обстановке ключи от специализированного транспорта водителям учреждений вручил губернатор Алексей Островский. Всего областным профильным департаментом приобретено 20 автомобилей. 5 из них предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Они оснащены подъемниками и оборудованы специальными ремнями безопасности. Автомобили будут использоваться для доставки на медицинские обследования пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Транспорт получили социальные учреждения из 18 районов Смоленской области. Машины поступили в рамках программы «Старшее поколение», вошедшие в национальный проект «Демография». Министерство обороны Российской Федерации провело успешные испытания новейшего беспилотника «Охотник». Пункт управления и бортовое оборудование первого тяжелого дрона с ударными функциями были разработаны и изготовлены специалистами Смоленского завода «Измеритель».
Охотник выполнен из специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Первый полет беспилотника продлился более 20 минут на высоте порядка 600 метров. Аппарат выполнил успешную посадку. Выезд на полосу встречного движения, нередко такой маневр становится смертельным. Профилактическая операция «Встречная полоса» призвана напомнить водителям, когда обгон разрешен и безопасен. Подробности в сюжете. Обгон автомобиля всегда является достаточно опасным маневром, а в местах, где он запрещен правилами, это становится чрезвычайно опасно. При этом такое нарушение еще и одно из самых распространенных. Водители не всегда помнят о том, что при неудачном обгоне участниками ДТП станут и другие автомобили. Напомнить об этом призвана очередная акция сотрудников госавтоинспекции. В настоящее время на территории Смоленской области, также и в частности в городе Десногорск, проводится операция «Встречная полоса», целями и задачами которыми является снижение такого вида ДТП, как выезд на полосу встречного движения. Период проведения данного мероприятия с 26 по 31 августа 2019 года. За выезд на полосу встречного движения в неположенном месте полагается штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. А если водителя за это нарушение поймали повторно, права заберут уже на год. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В Смоленске в Лопатинском саду продолжаются работы по установке нового колеса обозрения. Уже началось тестирование аттракциона. Оно прошло так называемое испытание неравномерной загрузкой. Три кабины заполнялись грузом, а затем колесо останавливалось на разных фазах для проверки тормозной системы. Также была проведена проверка вертикальных углов колеса. Так удалось выяснить, есть ли отклонение в конструкции, насколько точно она соответствует проекту. Нарушений на данный момент не выявлено. Территорию вокруг колеса начали приводить в порядок. Аттракцион будет запущен для всех желающих после оформления сертификата безопасности. 21-я учебно-тренировочная вахта памяти стала одним из самых масштабных подобных мероприятий. Поисковики исследовали землю Глинковского района в надежде пролить свет на историю сражений Великой Отечественной войны. На месте событий была и наша съемочная группа. Конец августа нынешнего года отмечен плодотворной патриотической работой. В Глинковском районе прошла 21-я международная учебно-тренировочная вахта памяти. В этих лесах когда-то шли ожесточенные бои. Об этом говорят в том числе карты местности тех лет и архивные документы, которые были изучены поисковиками. Мы находимся сейчас на траншее боевой. Видно, что траншея в ходе боя переходила из рук в руки. Изначально она немецкая. И потом перекопано нашими в сторону наступления уже. На вахту приехали 64 отряда. Поисковики из Литвы, Белоруссии и 13 регионов России. Всего около 800 человек. Они приступили к работе уже в первый день. Двигает такое чувство, что надо найти бойцов, потому что бойцы лежали больше 70 лет, они ждали этого подъема. Они погибли за нашу родину и были забыты. Вот, и мы хотим восстановить это все и достойно их уже захоронить. Эта вахта не случайно называется тренировочной. Кроме поисковых работ, участники проводят ежедневные конкурсы, семинары и тренинги. Это не только дает новые знания, но и помогает участникам познакомиться друг с другом и работать слаженнее. По разным группам проходят теоретические занятия, которые проводят лучшие наши специалисты. Это и по оказанию первой медицинской помощи, и ориентирование в лесу, и работа с архивами. Это занятия по анатомии, потому что мы занимаемся раскопками, и нам хорошенько нужно в этом разбираться, анатомии человека. Занятия по работе с медальонами, занятия по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Но это целый комплекс, это десятки занятий, и отряды, которые приезжают, они имеют право даже выбора, потому что кто-то в чем-то силен, что-то могут и сами командиры дать. Абсолютно любая вахта памяти – шанс восстановить имена и судьбы участников Великой Отечественной войны. Больше о своих предках теперь знает Юрий Никулушкин из Тульской области. Одним из отрядов, который работает на этой вахте памяти, весной были обнаружены останки бойца. Как оказалось позже, это прадед Юрия. Останки героя переместят на родную землю и похоронят вместе с супругой. Смешанные чувства какой-то и благодарность, и какое-то, может быть, даже упокоение теперь, что знаю, что все практически родственники, которые вывали, они теперь нашли свое место на этой земле.
12 дней, которые продолжалась нынешняя вахта памяти, дали свои результаты. Подняты останки 117 воинов, найдено 14 медальонов, установлено 8 имен. А еще это поисковая операция, передача опыта и воспитания молодых поисковиков. Ведь именно им когда-нибудь предстоит поставить точку в истории о героях Великой Отечественной войны. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В областном центре прошел турнир по хоккею памяти Александра Степанова, которому присвоено звание почетного гражданина Смоленска. Он оказывал помощь в строительстве культурных объектов, помогал епархии и занимался решением социальных проблем. Также он помогал в становлении хоккейного клуба «Славутич». Турнир по хоккею с шайбой среди молодежных команд состоялся в Ледовом дворце Академии спорта. На игровой площадке встретились хоккеисты из разных регионов России и Белоруссии. Всего в турнире приняли участие 4 команды, представляющие Воскресенск, Мытищи, Минск и Смоленск. Для спортсменов региона это состязание – шанс проявить себя и выйти на новый уровень, сравнив свои силы с игроками, растущими рядом с профессиональными клубами. Турнир проводится по круговой схеме, то есть каждая из команд сыграла с остальными. Таким образом сформировалась итоговая турнирная таблица. Первое место заняла команда из Мытищей, смоляне же стали четвертыми. Теперь коротко о погоде. 29 августа в Десногорске будет солнечно. Днем плюс 19, ночью плюс 9. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desna.tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся.